у нас по договору с Министерством обороны Российской Федерации на дальних подступах и наблюдения, и обнаружения, и если надо будет уничтожение противника, с ними у нас договор, а в ближней зоне, скажем, еще и по дронам, это все у нас организовано и организовывается дальше. Особенно сейчас современные войны, вы видите, как происходит, беспилотные дроны. Это уже у нас внутри организовывается, уже много организовано, но дальше идет тоже организация по этой линии, по обеспечению безопасности неба над Абхазией. У нас прямо стоят радиолокационные средства, которые обнаруживают на дальних подступах. Это все реально. Сейчас я вам не буду называть, какие комплексы стоят именно против авиации противника, но очень серьезные комплексы, я вам сразу скажу. Именно по дронам, вот мы сейчас, вот это ведь все-таки новое, мы создаем вот сейчас где-то вот этап организации, вот это все обеспечение безопасности. Мы говорили как-то о том, что есть подразделение, которое занимается беспилотными летательными аппаратами. Вот как сейчас несется служба в этом направлении? Вот какие новости, с какими успехами, скажем так, да? Потому что все это сейчас очень актуально. По этой линии тоже ведется очень большая работа, реально серьезная работа. То есть никто не спит. Это я вам сразу говорю. Никто не спит. Занимаемся, и уже есть много что сделано. Есть еще что надо доделать, конечно. Но это все новое. Можно сказать, что мастерство военнослужащих этого подразделения на высоком уровне? Да, занимаются именно профессионалы этого дела, и все это на профессиональном уровне, конечно. Это специальные выпускники специальных вузов, это наши ребята, это да, все реально. Что касается противовоздушной обороны, да, в небе над Абхазией, были последние там время или в каком-то там периоде нарушители, которых вот обнаружили наши подразделения ПВО? Конечно, но это вынужденные нарушители гражданской авиации. Некоторых стран, это когда обходят там большую, мы их видим, наблюдаем, предупреждаем, но понимая, что это вынужденная мера их, что это гражданская авиация, мы ничего против них не предпринимаем, конечно, но предупреждаем. А были какие-то прилеты беспилотников или каких-то других летательных аппаратов над нами? Нет, сейчас такого нет уже давно. Но сейчас вот строится аэропорт, говорят о порте в Ачимчире. Вот в этой связи как-то мобилизуются ПВО? Или пока... Конечно. Конечно, это все учитывается, это все будет, ясное дело, что под особый контроль.